построите, зовите. Сию. Повторяю для тех, кто в танке. Ваши скрепы из подвалов Лубянки. Пахнут пытками, кровью, смертью. Вы и есть настоящие черти. Превращаете жизнь в сущий ад. Тянете родину куда-то назад. Послушай, Анохин, ну ты и гад. Ну и гад же ты. Ну зачем тебе американские гаджеты? Ты же весь православный такой, вон, мироточишь местами. Ты думаешь, с Богом контакт прямой, если ты с чекистами и ментами? Льете грязь на Америку, льете грязь на Европу. По любому вопросу истерика, а сами делаете все через жору. Люди для вас мусор, статистика, стадо. С такими друзьями, как ты, России и врагов не надо. Казаки, Дзержинский, Шансон, Перезвоны, запрет на аборты, Милонов, патроны, ракеты, снаряды, Матильда, Кадила, Пиндосы, Гейропа, Проханов, Чудила. От этого бреда тошнит молодежь. Она же все видит и чувствует ложь, фальшь. Грядет несогласных марш. Фарш обратно не прокрутишь. Вот тебе пока предупредительный кукиш. Но придет время, и ваше вранье, и искажение фактов утонет в море молодежных фагов. Несите рэперы политику в массы, чтобы оторвать упырей от кассы. Раунд!